Здравствуйте, друзья, с вами Феликс. И сегодня я такой ролик снимаю, как бы сказать, не знаю, как его назвать, ну, типа скорой помощи. По инфине я такое практиковал своим партнером. Отдельно снимал ролики с объяснениями, где что и как делать. Ну, получается так, что есть такая необходимость и для тех, кто хочет в Амазоне начать работать, торговать. Один вопрос поступил от моего товарища по Инфини. Он касался вчерашнего расширения. Вчера был ролик о расширении. Не получается добавить таргет. Для того, чтобы сделать это, надо сделать вот что. Перейти в историю и очистить ее. Потому что сейчас дальше увидите, почему так получается. Но я ее очистил перед роликом, чтобы слишком долго времени не отнимать у вас. Так, и все очищаем. Быстренько очистили историю. У него не получалось добавить таргет к тому списку сайтов, которому мы это расширение переделывали. Итак, переходим сюда. Кликаем, то есть в поиске набираем таргет и ищем его. Вот мы его нашли. И сейчас смотрите, вот когда переходим на сайт, вот сейчас здесь выскочит блямба. Да, забыл предупредить, если у вас какие-то блокировщики реклам включены, его тоже отключите. Потому что сейчас здесь будет выплывающее окно. Меня определит как посетителя не из Америки. И здесь вот выплывает эта блямба. Вот посмотрите, тут уже написано. И вот это вот предупреждение. Здесь вот есть вот такая вот ссылочка. Вот здесь написано не not shipping to Armenia. Да? У вас будет написано, допустим, not shipping to Украина, not shipping to Россия. То есть вас сразу предупреждает, что отгрузки в вашу страну нету. Кликаем вот сюда, не сюда продолжать шопинг, а вот сюда. И вот здесь наверху. Меняем, ну, тут написано моя страна, но он сайт поймет как доставку в Америку. То есть нам не надо покупать здесь что-нибудь, чтобы доставлять куда-либо, кроме Соединенных Штатов. Находим здесь United States, вот они. Вставилась, оплата тут только в долларах, ничего поменять невозможно. Вставили и кликнули ОК. И уже дальше сюда вставляем то коротенькое слово search и дальше уже как показано в том ролике. То есть на этом сайте мы уже как американцы. Теперь еще раз покажу, сейчас очищу историю. Все, мы тут понятно, да, уже тут американцы. Сейчас это закроем. Смотрите, что происходит, если, например, вы сделали вот как сделаю сейчас я. Очистить историю. Очистить. Все. И проделываем то же самое. Вот сейчас эта блямба снова выплывет. Возможно, вы просматривали этот сайт, ну, месяц назад или там 2 месяца назад, и у вас вот осталось
в памяти, что вы посещали уже этот сайт, и вам вот это вот предупреждение уже выпадало. Теперь даже если перейти вот сюда, потом, допустим, закрыть это, ну ничего не поменять, тут ничего не трогать. Допустим, закрыл и снова перешел, или спустя час или 2 дня опять набрал таргет и перехожу на него. Уже этого предупреждения не будет. То есть, опять же, сам сайт сохраняет и в кэше сохраняется, что это предупреждение вам уже сделано. Вы знаете об этом. Все, и теперь у вас не будет вот этого. Вот видите, все, сайт полностью загрузился, и его вот этого предупреждения уже нету. Поэтому вот надо обязательно очистить все куки. Очистить куки и после этого только переделать настройку по шиппингу на таргете. На разных сайтах это по-разному, в разных местах. Вот это вот изменение доставки. Второй вопрос касался, человек не мог, пытался сделать листинг, разместить объявление, и ему все время выпадало, что вот в этой категории вы не имеете права торговать. Я, правда, не спросил, а у него вообще там привязан банковский счет из Пионера. То есть американский банковский счет там надо привязать. Возможно, причина в этом. Потому что, ну, раз у тебя счета нет, то и торговать не можешь. Но другая причина может быть следующая. Вот в каких категориях касался вопрос, в каких категориях имеет право торговать продавец на, тем более на индивидуальном аккаунте. Вот кликаем сюда, не здесь что-то выбираем, а именно вот по этой вот надписи, чтобы нам открылись все категории, которые есть. Вот они вот в белых квадратиках, это категории. И условно, вот посередине разделить, вот так вот черту провести. Вот то, что слева, это нам не подходит. Потому что тут нужны, ну, книги подходят, но вряд ли книгами кто-нибудь будет торговать. Ну, те же самые, вот, допустим, фильмы, игры и так далее. На это нужно иметь лицензию на перепродажу вот всего этого. Так, здесь есть в левой части кое-что, чем можно торговать, но вот так вот, чтобы в двух словах объяснить, вот все, что справа, это для нас, все, что слева, это не для нас. Вот так вот, да, в этих категориях. Дальше может случиться так, что в тех же играх, вот давайте вот игрушки выберем, да, продавец, к которому вы хотите подключиться, сейчас быстренько найду какую-нибудь игру или игрушку. Так, ну давайте. Там что-нибудь такое посложнее. Потому что вопрос касался вертолетика. Но это Лего. Ну, давайте для парней выберем. Многое зависит от того, и когда вы подключаетесь к какой-нибудь игрушке, в какой категории она размещена, эта игрушка. Она может быть размещена в категории, которая закрыта, чтобы, как бы это сказать. Ну, давайте Спайдермена выберем. Надо было трансформера выбрать. Ну вот, допустим, вот это выберем, но не Лего. Ну, давайте вот это. Сейчас подгрузится сайт. То есть вот эту игрушку может, вот видите, у нас категория игры и игрушки. Но эту же самую игрушку может продавец разместил там в другой категории. Допустим,
если она там с моторчиком и все такое, да. Вот давайте Amazon перейдем. И ищем уже во всех категориях. Вот видите, здесь категории все выбраны. И вот так вот, если взять, даже здесь видно, вот они, вот может быть размещена и в играх, именно основная категория. Может, в baby products это для детей, продукты для детей. Но в этой категории, возможно, там и пищевые какие-то эти размещать, да? Вот, допустим, что-то, еду, к слову. И вот если вы захотите подсоединиться к этому товару, который размещен в той категории, которая нам недоступна, потому что продавцы их в разные категории размещают. И вот, допустим, вот здесь мы хотим подсоединиться к этому продавцу. Ну, сейчас мне не выскакивает вот это, как подсоединиться. Но это в той категории, которой мне запрещено. Мне нельзя торговать в этой категории. Самим предметом можно, но в разрешенной категории. Но если вот мы вышли на такое вот объявление, которое размещено в той категории, которая нам недоступна, нам не разрешат сюда подключаться. Надеюсь, понятно, да, объяснил. Вот такое бывает часто. Грубо говоря, я в категории для детей находил товар, который пригоден для кухни. Для кухни. Почему это делается? То есть это обычная была посуда. Продавец схитрил и сделал так. Он посуду разместил в этой категории, там поиграл немного с названием, и мамаши, которые для своих детей что-то смотрят, естественно, они видят и кухонное что-то для кухни и покупают. Вот. Так что возможен вот такой вот вариант. Вот это вот два по категориям и по добавлению. На этом все в этом ролике. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.